Свою говорит Господь, и пища моя будет сегодня питательной для тебя, Аба Отче. Я накрываю столы свои сегодня, аллилуйя, и говорю, наследие мое, Ребедалайсуне, как нужно тебе принимать пищу мою, говорит Господь, как нужно тебе открывать ухо свое сердечное, говорит Дух Святой, ибо буду ныне сегодня говорить не к разуму твоему, говорит Господь, но буду говорить к сердцу твоему, Аба Отче, и говорю тебе, народ мой, Ребедалайсуне, оцени велико милость мою, ибо я на всем месте, аллилуйя, ибо я изливаю потоки свои, аллилуйя, чувствуешь ли ты потоки мои, Аба Отче, ибо я только оросил тебя, аллилуйя, и тебе уже хорошо, народ мой, Ребедалайсуне, а сколько у меня приготовлено для тебя, аллилуйя, и говорю, наследие мое, Ребедалайсуне, открывай сердце свое, Ребедалайсуне, ибо я нежно стучу в каждое сердце, говорит Господь, я кажу поленам ныне, слышишь стук мой, аллилуйя, слышишь, как я стучу в сердце твое нежно, Аба Отче, и говорю, тебя отдай ношу мне, говорит Господь, отдай то, что принес сегодня, аллилуйя, ибо я хочу дать тебе свободу, аллилуйя, ибо где дух мой дам свобода, аминь, аллилуйя, и потом говорю, народ мой, Ребедалайсуне, я призвал тебя к свободе, аллилуйя, я призвал тебя к жизни вечной, аллилуйя, и как желаю, чтобы ты оценил милость мою, Аба Отче, как желаю, чтобы оценил раны мои, аллилуйя, как желаю, чтобы ты оценил Голгофу мою, Аба Отче, о, народ, народ, Ребедалай, Глорбана, и ныне говорю сегодня, Ребедалайсун, что мой отрез точный, Аба Отче, и весы мои стоят на всем месте, Аба Отче, и потому я буду взвешивать сердца, говорит Господь, и как можно тебе, народ, сегодня, Ребедалайсун, выйти с этого места обновленным, аллилуйя, дабы была сила в тебя, Ребедалайсун, ибо как нужна тебе сила, говорит Господь, Ребедалайсун, ибо впереди в рай великая, Аба Отче, и как желаю, народ мой, Ребедалайсун, дабы ты выходил на рай как победитель, аллилуйя, дабы сила была у тебя, Аба Отче, ибо желаю давать народу силу, аллилуйя, желаю, чтобы народ мой был сильный сегодня, Аба Отче, ибо как много сегодня, Ребедалайсуне, хромают не на одну ногу, говорит Господь, потому говорю, сегодня ныне хочу перевязывать, сегодня ныне хочу врачевать, сегодня ныне хочу давать бальзам свой, аллилуйя, потому говорю, народ мой, Ребедалайсуне, открывай сердце свое, открывай, народ, Ребедалайсуне, и дух мой будет действовать, аллилуйя, и сила моя будет проникать, говорит Господь, я буду оживлять тебя, я буду орошать сердце твое, я буду совершать победу в сердце твоем, аллилуйя, если ты дашь свободу мне, если ты пустишь меня, говорит Господь, ты увидишь милость мою, ты увидишь победу мою, ты увидишь славу мою, ты увидишь, как я войду в дома твои, Аба Отче, ты увидишь, как я соделаю победу в доме твоем, аллилуйя, ибо они напрасны молитвы твои, говорит Господь, ибо я слышу молитвы твои, говорит Дух Святой, потому говорю, наследие мое, Ребедалайсуне, как нужно сегодня, Ребедалайсуне, открывать ухо духовное, Ребедалайсуне, ибо я буду много говорить тебе сегодня, аллилуйя, аминь, Аба Отче, аллилуйя, Ребедалайсуне.